я однажды видел, как к нему подсела огромная странная женщина, вся в белом. А на груди у нее был огромный красный бант. Да ладно? Да. Клянусь вам, она села напротив него, и долго так молчала. Они просидели так целый день. Они даже есть не ходили. И в туалет. Может, это была его невеста? Очень может быть. Или даже жена. Вы знаете, мне пора. Вы что? Вы хотите уйти? Нет. Не хочу. Зачем вы тогда говорите ерунду? Действительно. Давайте Извините. Я уже есть хочу. Одна. А у меня есть бутерброды. Да, а с чем? С сыром. С сыром? От них потом во рту кисло и пить хочется. Да, вы знаете, вокруг еды столько смерти. А вы... Вы не поэт? Я вообще-то преподаватель общественных дисциплин. Но я очень люблю стихи. Правда? Да, конечно. Я вообще никогда не вру. Говорить правду легко и просто. Знаете, я тоже поклялась говорить только правду. Я 2 дня говорила, а потом надоело. А у вас когда-нибудь были эти? Ну, эти. Ну, мужчины. Да. В общем, не очень. А у вас женщины? Да, конечно. Но если честно, то нет. А у вас? Я уже спрашивал. Утро. Такое утро.
удивительное. Да. Какое-то удивительное утро. Вы знаете, мне кажется, он возвращается. Кто? Агроном. Послушайте, вы умеете есть на ходу? Да.